6-летний Рутай Аманиев – один из самых юных героев России. Год назад этот малыш спас 3-летнего ребенка. Заигравшись, тот провалился под лед горной реки Башкаус. Маленький Рутай оказался самым взрослым из всех, кто был рядом. Услышав треск льда, увидев на поверхности лишь капюшон куртки, мальчик ни на секунду не раздумывал, как поступить. Лед замарился. И что ты дальше сделал? Бобжар. На ножках оттира. А вот я сам не пойму, как вот он, то ли он сам или по инерции, что ли, маленький, голова сработала вот так. Ну так-то он спокойный так-то, ну, шустрый пацан. О маленьком спасателе быстро узнала вся Россия. В МЧС республики его назвали коллегой. Недавно причислили к детям героям страны. Ему вручили премию «Горячее сердце». Рутай и там был самым маленьким участником. Но заслуженные награды, знаки мужества для мальчика пока что не более, чем интересные значки, которыми так приятно хвастаться. Смотрите, это за спасение мальчика, которого я спас. Мне эту награду дали. Так. Он объясняет. И я не подумала, что он такой поступок сделает когда-нибудь. Мама Рутая Оксана рассказывает, год назад в деревне только и говорили, что о ее сыне. Героизм своего малыша она не отрицает, но больше гордится им за ежедневный героизм в быту. А Рутаю хоть и 6, но он уже главный помощник в семье. Ягнят выносит на кормежку, взрослых баранов кормит сам. Вести хозяйство, как взрослый мужчина, его любимое дело. Ну, его не просишь, как остальных детей. Вместе ходим в поводу и корову вместе поим ходим. Потом домой приходим, чашки моем вместе. Вон. Ему скажешь, он сделает. Посуду помоет и пол подметет. Случайно ли на премию общественного признания «Престиж» в Барнаул мальчик приехал накануне своего 7-го дня рождения. И хотя победителем своей номинации малыш не стал, с пустыми руками домой его не отпустили. Глядя на этого парня, я понимаю, что нам нужно менять отношения к детям. Они могут больше, чем мы от них ожидаем. Я вот не знаю, Рутай, чем ты занимаешься, когда не спасаешь людей во время свободного времяпрепровождения. Ой, есть, папа. На этом велосипеде мальчик точно будет ездить в школу. Она на другой стороне долины. Осенью Рутай пойдет в первый класс, но уже сейчас малыш знает, кем хочет стать – полицейским. И в его роли – спасать людей. Анастасия Дороган, Павел Лауронин. Наши новости.